понедельник с утра залетелись и на высокой скорости все 5 дней. На первой космической к своему бизнесу сегодня завершилась единственная в крае образовательная программа для начинающих бизнесменов. Бухучет, финансовое планирование, маркетинг, право. Начинающие предприниматели выучили алфавит полностью. Мне 17 лет. Вот где я получу опыт и знания вот про это все? Да я нигде не получу. Я пришел сюда абсолютно. Вот. О маркетинге немножко знаю, на ютубе видео посмотрел. Там. О финансовой модели также, о бухучете вот точно так же. А здесь не только, знаете, теория, нам объяснили так, объяснили, во-первых, интересно, а во-вторых, еще и практика была. Участники работали с экспертами, готовили бизнес-план, просчитывали детали, определяли риски. Бизнес-идея Тимофея – это коучинг-центр, а у Натальи в планах – частная инклюзивная школа. Ну, у меня смелый очень план – это уже к сентябрю 2020 года запустить проект. Эксперты их не бросят и в дальнейшем будут отвечать и на вопросы, и на запросы от участников. А мы уж тем более, наши двери всегда открыты для них, и фронт-офис центра «Мой бизнес», и в любых форматах онлайн мы всегда на связи с ними. Азбука предпринимательства открывается для алтайских бизнесменов 4-й год подряд. На страницах истории 7 курсов, 156 выпускников. С готовым бизнес-планом они могут представить свою идею инвесторам или получить грант на реализацию. И для них это лишь первая страница истории. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. День с толком.